да, соглашусь, были близки к голу, было хорошее, много хороших подходов. И, наверное, последнего паса, последнего удара не хватило, потому что и в первом тайме достаточно много ударов делали, но не хватало точности. Все-таки состав такой полуэкспериментальный, насколько не хватает сыгранности в этом плане? Да, у нас на кубок обычно выходят ребята, которые не играли в премьер-лиге, и поэтому состав не сбитый, но мы в тренировочном процессе все выполняем требования, которые нам дает тренерский штаб, поэтому, в принципе, ребята понимают, как кто играет, и от этого есть симбиоз небольшой. Отличается настрой на кубок, на чемпионат, все-таки здесь, и, наверное, видели, что и Акрон набрал очки, и мы как бы ситуация усложняется. Нет, не отличается. У нас на каждый матч настрой максимальный, и мы выходим побеждать. Как твое состояние? Насколько ты готов? Уже хорошо. Уже подошел вот буквально полторы недели назад в общую группу, набирая форму.